Здравствуйте, дорогие друзья, с вами очередной выпуск самоделок, и сегодня вместе с вами мы попробуем сделать еще одну модификацию робота. Для этого нам понадобятся следующие детали. Ну что, давайте приступим к изготовлению. В первую очередь возьмем вот такую пластинку. Обратите внимание, вот так она выглядит. И две детали следующего плана. Берем наш элемент и соединяем. Одну ставим деталь сюда и вторую рядышком. У нас готова некая основа. Далее мы берем вот 4 таких детали и устанавливаем их по бокам. Раз, два, три и 4. После чего в ход пойдут следующие элементы. Их тоже будет 4 штуки. Устанавливаем одну вот сюда, рядышком, и точно так же в зеркальном отражении с другой стороны. Ну вот у нас получилась следующая основа для нашего робота. Это будет что-то наподобие конечностей. Вот так они двигаются. Это можно, в принципе, отложить пока что в сторону. Далее берем самый обычный кубик. Берем вот такой четырехсторонний элемент, соединяем вместе. После чего берем два вот таких элемента и устанавливаем их вот сюда и сюда. Это у нас будут руки. Далее берем две белых детали. Конечно, можно использовать другого цвета. Можно полностью сделать робота черным, если вам так более нравится. И устанавливаем вот сюда и сюда. Теперь берем наши вот такие детальки и ставим одну сюда и другую сюда. В принципе, большая часть нашего робота уже готова. Далее соединяем две части. И теперь нам осталось сделать только голову. Здесь тоже все достаточно просто. Обычная деталь 1 на 2. Вот такой элемент. Соединяем. И руль от квадроцикла, мотоцикла и так далее. Устанавливаем вот сюда. Немножко загибаем и ставим на свое законное место. Ну вот, робот готов. Конечности у него шевелятся, все двигается. При этом голова, тело, все крутится без особого труда. Ноги двигаются. Вот такой простой робот за 5 минут. При желании можно его установить в любом виде, сидячим, стоячим и так далее. Можно его модернизировать, вместо этих элементов установить какое-нибудь оружие, но это все уже на ваше усмотрение. Вот, в общем, такая простая самоделка. Да, если вдруг у вас здесь вот эта часть будет отпадывать, можно поставить пластинку 2 на 2. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за внимание. С вами были самоделки. До скорых встреч.